машину вот еще, вон, игрушки вон, полицейские. Ага. О, буду знать, если ну-ка привезут. Вон, это всякое. На езде. Какой классный жилетик. Подержи, Паша, милый. Сколько же он стоит? 720. Маленький на меня, да? Какой классный. Жилетик классный. 720, полная стоимость. Сейчас не скажу. О, кстати, сумка. Типа вот это моя есть. Крути, я посмотрю. Смотри внутри цены, давай я посмотрю. Что она фирменная. Слушай, она классная. А не было написано, да, что... А, полная замена товара. Жалко 550, честно говоря, тратить. И вот шутка, конечно, не очень. Вот это серо. С нее что-то сняли, по-моему, или под хворожим. А так тебе просто любит от сердца. Да, безрукавочка такая. А мы не знали, можно было бы жилет тут посмотреть, да? А сколько же у них стоит? 10% это такое. Не 550, а 500. Что такое, да? Mm-hmm. Вот это им какая симпатичная пайка. 550. Ну, как цыган за батька. Да, это бывает неплохие. Вот это симпатичный трикотаж, но на большую тетю, да? Mm-hmm. Этот магазин, это для тебя, это все для тебя, это все. Так, что тут? О, какой свитерок симпатичный, большой очень, да? Свитерок симпатичный, но очень здоровый. Сколько он стоит? 380. Вот это здоровый симпатичный. На молодую, да? Ниже, ниже, ниже. Что покажи, чтобы она так не знала? Вот это, кстати, фирмальческая кухня. Она дает. Всякими вышивками. Дома ходить, да?
станки всякие. Ручная работа. А может и ручная работа, посмотрим. Класс. Красиво, 70-140. Вот такой набирик. Возьми, померяем. Это классно. Не знаю, насколько он. Бирка вроде как. А, она размерно по ювелиру, слушай. Ну, бирка новая. Да, она на замке. Да, это тоже очень дожили. Сколько она стоит? Да, тоже интересно. Такие всякие люблю. Бархат люблю, чтобы с него сделать. Вот для чего-нибудь. Для рукоделок 100-100. Но это надо прийти, когда мы купим. Ух ты! Интересно. Интересно. Вот эта лень какая интересна. Какая-то фирма. Я такие люблю. Как тебе уже? Ну-ка, фирма. Кеннер, а где цена? А где наша сумка? Класс. Сколько она стоит? Мне вот этот нравится. Он ношеный. Пускай на уровне пупка. Угу. Я вот, либо это должен быть выкат, понимаешь? Интересно. Угу. Интересный свитер. Тоже маленький такой размер. Ниже опусти. А, он затяжками, жалко. Жалко. Вот этот интересный. Но темный, хрен снимешь. Хорошо. Слишком. Новый год закончился. Сдали назад, что ли? Ля, прикол. Интересно, очень стало. Альба Мода. Кто это такой? Не наводится. Альба Мода какая-то. Слушай, класс. Сколько стоит? 380. Какая вот эта классная, да? Классная. Чуть-чуть затяжки. Нужно что-то выбрать, собаку погулять. Черная одежда. Белая прикольная, сильно зачерта. Ну, черненькая на девочке. Вот это классная, да? Ля, напугается, что-то надписи какая-то. Да, она какая-то. А, ну она совсем винтаж. Совсем винтаж. О, любимый цвет. Угу. Это любимый цвет. Ля, она хорошенькая. Угу. Это какая-то жилетка. Это тоже пошло непонятно. А, тоже джинсовая, ничего. Косушка, джинсовая жилетка, маленькая. Это. Впереди. Чего они вешают? Шо? Вот это классно. Сколько ж она стоит? 720. Это чисто бухло, прям. 202. Это просто маечка, это бархатная зеленая. Ну тут уже так интересно. Вот это интересно.
Это мы сняли. Вот это большой размер. Что тут запугается? Канда. 220. Ты что-то пока их рассматривай. За этими ничего не видно. Как их не раздвинешь. Пушечки прикольные. Ну, это такое. Класс. Моднявка. Ну, тоже надо ходить, видишь, чтобы влезать. Ну, моднявая какая. Это прям ручная работа. Посмотри, какая. Сколько это стоит? 170. Тайнира такой. Это ж лента, и плохо засунули, а так оно набьё. Просто их нужно взять, и иголку с ниткой вот так вот просто внутрь зашиваешь. Не хочешь померять? Майка повесила. Ну, держись. Представляешь, не шло. Опять начало выключаться. Это не мы занимались, это не снимали. Посмотрели, мы ее не засняли. Да, кто-то с тримпеля снял, а тримпеля не было. Пустого тримпеля теперь не вижу. Хотела повесить. А там в другой вещи. Это тут еще где-то будет. Вот эту курточку посмотрим. А, нет, возьми еще эту курточку.